Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Се Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Се Нанда Нанданам Банде Радика Чарано Дайам Гопияно Самаюктам Виндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасакипасиндхабхача Падитананг Павунибхва Вайшнавибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Ядкипатаманг Ванде Парамананандамадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасвача Шина Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Весам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Като Падеши Гаури Апатрашо Пракаса Неча Хадануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барвана Дхайям Сада Парибхавагнам Авишта Дохам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараннам Бхитаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Хасвиндам Ядпада Паллаванха Чандамани Чатая Бисфуриджи Токимапика Павадушва Дарши Пурнану Рагара Сусагару Сара Мурти Сараади Кама и Када Кипам Каруш Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Адвайта Гададхара Сивасати Гаура Бхакта Винда Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Адвайта Гададхара Сивасати Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Раму Раму Харе Аджану Ламмита Бхужау Канака Бадатау Шанкиртанай Капитару Камала Ятакшау Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палау Панде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Раму Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипарупам Муктинча Муктинча Дадасинитам Бхавану Рупена Садананам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангва Мадапарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джаша Вадане Лакшмир Джаша Чавакшаши Яшасте Хиде Саммит Пам Нишингамам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Раму Рама, Харе.
Kripa Sindhu Shushang Purno Sarva Shakto Pukarka Nispriho Sarvato Siddho Sarva Vidya Visharata Sarva Sangshaya Sankshetta Analasa Guru Rahit Kripa Sindhu Shushang Purno Sarva Shakto Pukarka Nispriho Sarvato Siddho Sarva Vidya Visharata Sarva Sangshaya Sankshetta Analasa Guru Rahit Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, когда эти глаза уже не хотят видеть ничего материального, когда наши уши не хотят слушать ничего материального, когда наш язык не хочет говорить материальные вещи, то тогда вопрос Харибаджана может возникнуть, а может и нет. Это зовется Харибаджан. До тех пор, пока мы заняты этими материальными вещами, вопроса Харибаджана не возникает. И вот когда наши глаза не хотят видеть ничего материального, когда наши уши не хотят слушать ничего материального, язык наш не хочет говорить ничего материального, и тогда вопрос Харибаджана может возникнуть, или может нет, поскольку обусловленные души, они имеют свободу воли, данную им Бхагаваном. Они могут совершать баджан, а могут и нет, зависит от многих факторов. Они могут следовать Гуру Падпадме или могут не следовать, поскольку Гуру Падпадма не может заставить следовать ему. Это зависит от нас. Гуру Падпадма не будет давить на нас. Если мы хотим совершать Харибаджан, то хорошо, не хотим, тоже пойдет. И поэтому мы знаем, Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, о Удав. Бхагаван говорит Удаве, о Удав, из-за разнообразия Пракрити, разнообразного проявления природы этого мира, так много людей могут прийти, чтобы принять прибежище у Гуру Падпадме, но кто-то из них может следовать Гуру Падпадме совершенно, кто-то делает это на показ или для других целей. Те, кто самосознавши себя души, таттва-виды, если они посмотрят на кого-то, они могут понять. Но глупые люди никогда не могут понять этого. Как они могут понять? Они не достигли того уровня, чтобы уровня понимания. И вот по идее, я должен следовать моему Гуру Падпадме на 100%. Почему не дело? Все ученики, они должны следовать Гуру Падпадме полностью. Это должно быть, но не всегда происходит. Более того, редко. Гуру Падпадма, и они могут проявить Парамхамса Лилу, и это его
следовать ему или нет, это чтобы достичь великолепного состояния или отвергнуть его, это зависит от нас. И вот вопрос в том, кто следует Гурупад Падме, кто не следует, как понять. Я часто говорю, что во всем мире есть превратное понимание. Я пытаюсь говорить об абсолютной истине, но не все понимают, но все же с великим энтузиазмом я по указанию Шрилы Прабхупады и Гуру Варги пытаюсь что-то делать. Я пытаюсь доказать, да вот математически то это, но не все понимают. Но все же я не отчаиваюсь. Если бы у меня были какие-то желания, я бы отчаивался из-за того, что они не исполняются. Но вот кто следует Гурупада Падме, кто не следует, как понять? Как осознать, кто может понять это? Шрила Прабхупада говорил часто, те, кто утвердились в Ачарья Дарша, то есть в поведении, идеализме Шри Чайтанья Махапрабху, они настоящие проповедники. Проповедь — это не просто говорение чего-то или дурачение людей, чтобы они как-то следовали. Нет, это не проповедь, это дживахимса. Если я не могу вести вас должным образом, если я стремлюсь к популярности, вынужден говорить ложь, то это дживахимса. Хотя внешне я не вроде плод живых существ, но все же это дживахимса. Я не могу совершать дживахимса, лучше я уйду прочь. И вот Шрила Прабхупада говорит, те, кто утвердились в Ачарьи Адарше, показанными Гуранги Махапрабху, они ачарьи. Они подлинные ачарьи. Они проповедники. Поскольку они наслаждаются милостью Гуру Вайшнавов, Бхагавана Панчататвы. Их милость, она переполняет их. И когда вы достигли такого состояния, что вы не только обрели милость, а обрели огромное количество милости, которое приполняет вас, то тогда вы можете поделиться этой милостью с другими. И вот, чтобы просто убедить людей, пытайтесь понять, как продажники пытаются убедить людей в пользе их продуктов, ну, товара. И также... Если мы что-то покупаем, ну, чтобы что-то купить, нужно добровольно, ну, иметь, как сказать, убеждение, что это поможет нам в чем-то. Тогда люди с радостью покупают тот или иной товар. И эти проповедники, как продажники, из-за того, что они пытаются продать свою идею, они становятся очень популярны. Поскольку если вы хотите бороться со мной, я прошу вас, покажите, что они говорят, что они пишут, покажите, где, когда они говорили о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде.
Это не вопрос борьбы, это просто вопрос математики. Покажите, что они говорят, что пишут, и просто покажите, сколько раз они хотя бы упоминали имя Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Они хотят скрыть Шрилу Прабхупаду, чтобы настоящего Шрилу Прабхупаду, чтобы люди не узнали об абсолютной истине и следовали им. Но мы забываем, что жизнь, она очень коротка. Я считаю дни, когда я уйду из этого мира. Поэтому я не могу рисковать говорить ложь вам, потому что я знаю, пока я живу, вы можете выражать непочтение, дарить гирлянды, но после этого, после моего ухода, что делать? Какова будет моя жизнь? Мы должны подумать о нашей вечной жизни. И вот мы глупы из-за майя, иллюзии. Кто-то и... Бывают какие-то проповедники, слишком погрузились в иллюзию и стремятся только к лапхе пуджи и пратишке. Вот при этом... Если кто-то хочет поспорить со мной, лучше, чтобы он послушал то, что я сказал раньше. И вот если какой-то проповедник заявляет, что он последователь Шрилы Прабхупады, то нужно посмотреть на то, что он говорит и пишет в начале всего. Мы должны быть очень осторожны. Вот эта шлока Шабде Махарадж произнес, очень важна. И вот это не вопрос борьбы, это вопрос выживания нашего подлинного Я. По крайней мере, мы хотим удостовериться, что наше следующее поколение, оно может узнать, будет иметь возможность узнать, что сказал Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати. Если весь мир отвергнет меня, но я обрету милость Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати, я буду очень доволен. Я хочу говорить Харикатху по желанию Говарги для моего собственного блага и для вашего блага. И таким образом, это моя просьба к вам. Пытайтесь видеть путь, который они показывают. Кто указывает на какой путь? Тот путь, показанный Шрилой Прабхупадой Бхактивинодару или что-то иное, вначале мы должны понять. И тогда вы поймете, кто мошенник, а кто нет. И некоторые понимают, что были обмануты, но не все могут признать это, или даже если признали, не могут как-то это внешне проявить.
если их спросить, чтобы они искренне ответили, довольны ли они своим гуру или нет, то выяснится, кто есть кто, если не будут искренне. И вот если кто-то придумывает свой новый путь, то это глупо. И вот последние несколько дней непрерывно я говорил о подлинном, о признаке настоящего саду. Много раз я говорил, вчера тоже. И вот первое — это сампрадая ништа, это верность и любовь, огромная любовь к сампрадае. Перед тем, и вот верность и вера в сампрадаю, гуру ништа и еще что-то не услышал. Как мы можем доказать, показать, я могу доказать Ашчилия Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджи Бхакти Рахав Шидардав Госвами Махараджи Бхакти Дайтамадав Госвами Махараджи, я могу доказать и говорить о их славе за часами, чтобы показать, вы не можете отвергнуть. И хотя у вас есть какие-то предубеждения или какие-то измы, все равно вы не можете отвергнуть их вклады, их славы. И вот главный признак саду — это любовь к гуру и вайшнавам. Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж. Только слыша его имя, весь мир может очиститься. Я каждое утро произношу его имя и вот эту шлоку. Это мантра про Мадхаву, но все же помню Шрилу Мадхава Госвами Махараджа. Мой гуру Падма сказал, если меня не будет, все же, если ты будешь служить Шрили Прабхупаде или Шрили Мадхава Госвами Махараджа, будь уверен, что ты служишь мне. Это моя просьба вам, пытайтесь понять разницу между чистым преданным и непреданными. Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он ушел достаточно давно. Я хочу сказать что-то о его славе. Гуру Падма в Нилачалдаме. Он дал мне указание, иди на место явления Шрилы Прабхупады в Чайтанья Гаудия-матх. Сегодня день ухода Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. Я сказал, пойду чуть попозже, а Гурудев сказал, нет, иди прямо сейчас. Те саду, которые пришли, будут прославлять его, ты будешь слышать его славу. И я слышал, там опубликовали книгу, биографию, его биографию, и принеси ее мне, я хочу почитать ее. Смотрите, он старший преданный. Гуру Падма пришел гораздо раньше. Ну все же, смотрите, как он относится к Шрили Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджу. Хочет читать ее, чтобы очиститься. И это моя просьба к вашим лотосным стопам. Пытайтесь понять разницу между чистыми вайшнавами и невайшнавами. Это не вопрос борьбы. Шрила Мадхава Госвами Махарадж был такой личностью, кто никогда
не, он всегда любил своих братьев Боги, он обнимал их, он служил им. И по влиянию Майя многое происходит. Майя Деви не может позволить вам стать искренними. Мы видели в жизни Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, он пытался. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж был в больнице, Гурупада Падма плакал. Он как-то очень переживал о Сиддхартхе Госвами Махарадже. Он приходил к нему, сидел рядом и говорил: «Я думаю, что вы хотите уйти». И вот если я увижу, что какой-то наш брат Боги стал подобен Гурупада Падме, то я буду кланяться ему и предложу цветы его лотосным стопам. Иногда я говорю Харикатху в день явления или ухода каких-то вайшнавов. И также я говорю о их великих выдающихся учениках, которые стали подобными своему Гурудеву. То есть я говорю о них как о Гуру Варге. Я это узнал от Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа и Шридхара Махараджа. Вы не можете научить меня ничему новому, я все узнал от них в день явления Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, что Шрила Мадхава Госвами Махараджа обнаружил. Никто не знал, он не говорил, не хотел говорить, ему уже было сколько лет там, ну, по 90. И по милости Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. А вот это Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа выяснили, он всегда молчал, не говорил о дни своем явлении, но Шрила Мадхава Госвами Махараджа по косвенным признакам выяснил это. Вот поскольку Бхакти Алок Парамхамса Махараджа приходил с какими-то подарками и поздравлял его. И вот Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж никогда не... Наоборот, точнее, что Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж никогда не думал, что Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он какой-то его младший брат в Боге, он всегда возносил хвалу ему. И вот если у меня есть желание сохранить что-то, и если я могу что-то сделать по воле Гуру Варги, это более чем достаточно. Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж имел огромную любовь ко всем своим братьям Боги. И вот когда Шрила Мадхава Госвами Махарадж ушел, расплакался, не мог говорить Харикатху. Бхактидайта Госвами Махарадж открыто сказал: если кто-то будет следовать Шриле Прабхупаде полностью, а если среди нас есть тот, кто полностью следует Шриле Прабхупаде, это
Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж. Таким образом, он не видел, а он не дожил до дня открытия места явления Шрилы Прабхупады. Он уже оставил этот мир незадолго до этого. Перед этим он... был в храме, потом его отправили в больницу, и там на кровати он плакал, думал, что не может служить Бхагавану из-за своей болезни. И вот думал, что же делать, как служить Шриле Прабхупаде. И сейчас он велик. Чуть раньше возвращается Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он был высокого роста. Он обладал прекрасным, ну просто он был очень прекрасным, и просто видя его, люди обретали бхакти. Ему не нужно было говорить что-то вот в соответствии с соответствующей шлокой, что просто видя вайшнава мы очищаемся. И вот в итоге что случилось? Он был в больнице, у него пролежни образовались. И вот после этого он ждал, когда он может служить Шриле Прабхупаде. И тем временем какие-то его ученики, так называемые незрелые ученики, что говорить о некоторых учениках, тут сложно найти зрелых учеников вообще, которые понимают, кто такой вайшнав, кто такой гуру. И вот эти ученики, так называемые, пошли получать даршан Гурудева в больнице. И Гурудев лежал на кровати, один ученик говорил другому ученику: смотри, вот эта вот трубка, по которой кровь идет, это для мочи, это трубка для еды. Вот смотрите, Шрила Мадхава Госвами Махарадж услышал и начал плакать. Это такой гуру даршан. Это только гуру даршан незрелых учеников. Они видят Гурудева как больного человека, что он находится в таком состоянии, что его кормят через трубочку. И об этом рассказывают в виде своего гуру даршана. Сиддханта и учения Гурудева забывают. Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он был идеалом. Он никогда не совершал никаких ошибок. Даже ни единой ошибки нельзя найти в его жизни. Если кто-то называет его каким-то негодяем, то это говорит о том, кто тот, кто его так называет. И вот Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж был таким ачарьей, безупречным, несравненным, бесподобным. И главный признак ачарьи, он очень милостив, хочет спасти обычных обусловленных душ. Это главный признак ачарьи. Как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Шридхар Госвами Махарадж, как спасти обусловленных душ, он был первый. После Шрилы Прабхупады всю жизнь он пытался помочь всем. Васам проповедовал в Ассаме, это место Майавади. В Панджабе там тоже место Майавади. Южная Индия, там тоже одна Майавада. Большинство из них Майавади. И вот он пытался спасти их всех. Кто
проповедовал в Панджабе или в Южной Индии для эффективной проповеди. Или если кто-то едет проповедовать, эти проповедники сначала просят деньги, а потом кого-то пошлют на проповедь. I can take one bull and beat him. That is my honor. Follow? If you, Maharaj, you just honor him, I can honor him. But with a bull, I can take a bull and beat him. I am not a cheater. Yes, sir. Yeah. You cannot even imagine. You have no idea, never seen. Even you cannot feel. If you like to feel, you cannot. И вот такие продажные ачарьи, они, но только позорят нашу сампрадаю. Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он проповедовал в очень простых таких деревнях, как в Ассаме, они там очень бедные люди, даже одну рупию не могли дать. Может, там 25 копеек, то ну, очень такая простая жизнь у них, очень бедная. Иногда работали рабочими, иногда даже на еду им не хватало. Шли в лес, собирали какие-то эти дары леса и ели. И Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он пытался помочь им, пытался спасти их. Сейчас какой ачарья едет в такие удаленные места для проповеди? Все стремятся туда, где дают больше денег. They have no personal room. They have no. So how they can provide one a room for Guru Padma? Вот в тех местах у вас сами там даже людей не было. Свои комнаты, не то что там комнату для Гурдева, просто были какие-то эти скамеечки, как в поезде. Ну, шалаши с этими как, многоярусными. Ну, много там из бамбука, много не построишь. Там пару ярусов было. И вот они спали в таком шалаше. И вот наш Гурдев Шрила Бхакти Валлабхати Тхакур Махарадж рассказывал, что вот однажды ночью проснулся от какого-то звука. Слышали, как услышал он, что как змея тут совсем рядом проползает, шакалы гавкают. Во Вриндаване я тоже спал на такой бамбуковой скамейке. Там было очень темно, даже своих пальцев нельзя было увидеть. Всякие змеи ползали вокруг. Because that is the main place where all around snack. Any time they come, I have no fear. No, я не боялся. So this. И вот таким образом он проповедовал среди падших душ. All fallen. Wanted to tell you about that. No money, no position. Никогда не стремился к деньгам или к какому-то положению в обществе. И Шрила Бхакти Валлабхати Госвами Махарадж тоже, какие-то его так называемые братья-боги шутили над ним, что поехал на Запад проповедовать и ничего не принес. Тут другие ездят, много денег привозят, а зачем вы сюда вообще ездили? И вот он посмеялся, сказал, что на Запад я езжу не для заработка денег, а для того, чтобы спасти преданных по указанию Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Но мы знаем, кто есть кто. И поэтому я могу прославлять его, если я не знаю, кто вы.
кто такой Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, как я могу прославлять его, и таким образом будьте уверены, что Вайшнав может прославить другого Вайшнава. Это Сиддханта, мы не должны забывать его, только подлинный Вайшнав может прославить другого Вайшнава. Прославление Вайшнава, что это трансцендентное. Материалист может что он может говорить о Шриле Мадхаве Госвами Махарадже, это не Харикатха. Когда Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж сказал только два слова о Шриле Мадхаве Госвами Махарадже, это настоящая Харикатха. Буквально пару слов произнес, но они были искренне от всего сердца. Сколько страдания вайшнавы могут потерпеть ради спасения всех вас, но не все это понимают. Чистые вайшнавы, они готовы посвятить свою жизнь для того, чтобы спасти обусловленных душ. И вот можно вспомнить Гурудев Рамануджачарья, перед тем, как давать мантру, сказал ему: не говори ее никому. Если дашь мне слово, то я, что никому не расскажешь эту мантру, я тебе дам ее. И вот только он получил эту мантру, он отошел буквально на 100 метров. Там была какая-то площадь какая-то, и он начал кричать эту мантру, и услышала 76 человек. И он очень разгневался, что ты. Я тебе сказал мантру никому не говорить, попадешь в ад за это. И он ответил: о Гурудев, если такое незначительное, такое незначительное создание, как я, попадет в ад, это не столь важно, но по крайней мере те люди, которые услышали эту мантру, они спасутся, услышав вашу секретную мантру. И поэтому ради их спасения я готов отправиться в ад. И что его гуру сказал, он понял сердце Рамануджачарьи. И в итоге он позволил своему собственному сыну получить у него посвящение, у своего ученика. И вот то же самое с силой Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа. Если я буду говорить, я не могу закончить. Проповедь происходит во сами. Он хотел спасти всех людей, там даже этих лесных жителей, как там племена travel. Ну такие как сказать, не то что не цивилизованные, но люди, которые в лесах живут племенами. И вот они поехали проповедовать туда, и Шрила Мадхава Госвами Махарадж решил разделить свою группу проповеди на две, чтобы более широко проповедовать. И вот тут еще, ну там люди такие, не все воспринимали их проповедь позитивно, и вот какие-то там эти лесные жители были недовольны и избили этих проповедников. Эти все в больницу попали. И что они сделали? Вроде ничего плохого. Хотели говорить о славе Гуранги Махапрабху. Но были жестоко побиты. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж что сказал? Только сказал: о Кришна, о Кришна. Ha Krishna,
Вот, и что случилось в тот день, те, кто напали на преданных, там пришел какой-то сумасшедший слон и разрушил их дома, как-то там убил детей, и их самих вроде. Причем так случилось, что эти слоны, они напали только на дома негодяев, а непричастных они не трогали. И какое заключение можно сделать из этого? То, что если кто-то приносит более чистым вайшнавам, то такие люди будут сурово наказаны. Бхагаван не потерпит этого. Можно подождать и посмотреть, на последствия. Таким образом, Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он так широко проповедовал, он был настоящий саду, был настоящий последователь Шрилы Прабхупады, который мог, он единственный, кто смог восстановить место явления Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты, сколько терпения, сколько сил он приложил. Шридхар Госвами Махарадж сказал, когда мы не смогли получить там землю, и не только там, в Мадрасе, в Кабуле, Кабуре, мы уже отчаялись. Когда мы поговорили с Мадхава Госвами Махараджем, он сказал: «О, мои братья-боги, может, мы не пытались достаточно, нужно пытаться еще». И вот Сидар Махарадж, он уже думал, что уже все, уже что еще может сделать. Но Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, что мы, может, недостаточно пытались, нужно пытаться еще. И действительно, он смог получить все эти земли для постройки храмов. И вот на одном большом собрании майявади, причем he just make a duplicate of one book, one big writer, he wrote one book. He will make and get some award. В общем, там был какой-то негодяй, который скопировал чужую книгу и получил награду за нее на свое имя. That poor writer, find one case. My Lord, everybody knows this is my book. But he liked to make one stay order. And the judge is silent. That man, he was there in the assembly. He wanted to establish Mayava, Brahma. И вот этот человек пытался в свою Майаваду там толкнуть. Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Сридхар Махарадж очень так мягко. Шрила Пури Госвами Махарадж говорил, что никто не мог разгневать Шрилу Мадхава Госвами Махараджа.
At present Bangladesh, some Maulavi, Maulavi, no? Muslim spiritual leader, fighting with Mahavish. И вот в Бангладеше какие-то мусульмане что-то там спорили с Шрила Мадхава Госвами Махараджи, он очень мягко с ними тоже отвечал на их вызовы. То есть они говорили, что Аллах всемогущ, может все, а потом говорили, что он не имеет формы, а Шрила Мадхава Госвами Махарадж возражал, если он всемогущий, может все, почему бы. Он не может принять какую-то конкретную форму. Ну, то есть он как бы их же аргументами разбивал их аргументы. То есть если они сказали, что Аллах он вездесущий, всемогущ, то почему не может сделать то и то? И вот в Индии какая-то порода слонов есть очень большая, и в Африке тоже. И вот вопрос был, может ли слон пройти через иголье ушко? И вот он спросил вам, Мулу, что может ли ваш Аллах сделать так, что слон пройдет через игольное ушко, а наш Бхагаван, вот как в этой шлоке говорится, Бхагаван — это тот, кто может сделать все. Он Ишвара. И таким образом он даже помогал мусульманам. Мусульмане, даже тысячи мусульман приходили, чтобы на его собрание, чтобы слушать его харикатху. Если мы просто посмотрим на Шрилу Мадхава Госвами Махараджа, мы почувствуем какое-то удовлетворение. Мы не можем даже представить, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он пытался сделать все, чтобы получить место явления Шрилы Прабхупады. Я хочу привести много примеров, чтобы вы поняли, кто такой Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Много раз я говорил, что сердце Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, я могу с уверенностью заявить, что оно настолько огромное, что Нитьянанда Баларам помещается там, чтобы сердце, оно бесконечно, он может обнять весь мир, насколько большое его сердце. Никогда не могу забыть Шрилу Мадхава Госвами Махараджа. Никогда не смогу забыть Шрилу Бхакти Валлабху Тирту Госвами Махараджа. Что говорить о том, что кто-то борется с ними? Нет, я не могу забыть их. Я очень благодарен им, я вечно благодарен. Сам Бхагаван, он вечно благодарен им, Шрила Мадхава Госвами Махараджа. И вот и Рамануджачари, он также вечно благодарен Курешу. Он никогда не думал, что Куреш его ученик. Нет. И я никогда не думал, что я ученик. Или кто там, или кто-то, если ко мне пытается стать учеником, я Махарадж не принимает учеников. Говорит, что вы посвятили свою душу и посвятили свое сердце. Если вы сможете посвятить свое сердце, то тогда он сможет принять вас.
И вот Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, сколько терпения у него было, что он был успешен в том, чтобы вернуть место явления Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати. И вот и в то время не было денег, они только получили это место явления Шрилы Прабхупады, эти, как их там? А еще такое дело, что многие не просто ничего не делали, а еще и активно мешали, чтобы не знали, что если Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Ну, если Шрила Мадхава Госвами Махарадж получит место явления Шрилы Прабхупады, то он прославится на века, и многие, боясь этого, мешали. Because I wanted to depend on Guru Padma. A gist of his whole life. Gist. Totally, if you go through it, you understand Bengali. Еще Махарадж написал на Бенгали какую-то статью на 10 страниц о биографии Гурудева. И когда он написал ее, он был очень доволен, там описывается его, суть его учения. И вот таким образом Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Он хотел вернуть это место явления Шрилы Прабхупады. Бхакти Хридо Бондов Госвами Махарадж, он взялся переводить Бхакти Расамрита Синдху, которая очень сложна для перевода. Никто не брался, ее переводить. И вот они, у них не было денег, они не хотели строить какие-то храмы. И Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж пришел и настоял, чтобы они строили какие-то, не просто маленький баджан кутира, а какой-то храм. И сказал, что поможет во всем. И тут та проповедь, которая дана сделана с Шрилы Прабхупадой. И проповедь его учеников, его настоящих учеников, это тоже проповедь Шрилы Прабхупады. И вот моя сиддханта в том, что та проповедь, которая совершена Шрилой Прабхупадой и его учениками, близкими учениками, это и есть настоящая совершенная проповедь. No need to fight. You saw your life. In big, big places, they are invited to speak about Chaitanya. As per the desire of Prabhupada, they done.
И вот Шрила Прабхупада говорил, что если вы успешный проповедователь, то все остальные, они автоматически потянутся. И вот его ученики, посланные за границу, они проповедовали каком-то высшему слою общества королевы Виктории, каком-то Оксфорде, еще ученым, профессорам и остальным. И такие достойные ученики, как Шрила Бондар Госвами Махарадж, Госвами Махарадж, Сандананда с вами, если вы покажете мне хотя бы такого, как Садхананда с вами. И вот он, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он успешен в том, чтобы он в самый последний момент, когда и вот уже это регистрация в суде, не в суде, но тут в собственности в суде происходило. Один какой-то глупец. Ну, в общем, пришел какой-то этот негодяй, потратил кучу денег на то, чтобы препятствовать регистрации собственного этого места Шрилы Прабхупады. И вот что в итоге случилось по воле Бхагавана и Шрилы Прабхупады, случилось чудо. Был выходной. И вот они какой-то там, ну что-то там, какую-то бумажную гадость сделали, и эти бумаги до суда не дошли из-за выходного. Но так или иначе, по воле Бхагавана, тут выходной получился, они не заметили, те бумаги до суда не дошли, в итоге эту регистрацию собственности оформили. И вот смотрите, какие они люди, и как Баладев помогает. Можно записать в своем дневнике, что те саду, которые получили милость Нитянанды Баларама, когда Баларама и Нитянанда помогают мне, то никто не может помешать мне достичь успеха. И вот он зовется Шрила Мадхава Госвами Махарадж. И вот в начале всего, перед тем, как получить это место, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он попросил этих местных хулиганов, но они там жили, в этом месте явления Шрила Прабхупада. И вот он ночью до того, как это все начать, хотел купить у них это место. Пытался объяснить, что это место явления его Гурудева, Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, они были категорически против. Но хулиганы начали угрожать его ножами. Сказали, только попробуйте, тут мы вас зарежем. Father can throw us out.
И вот потом, когда эта судебная тяжба происходила, там это едва ли 20 заняло, очень долго. И вот и полиция пришла, чтобы по судебному ордеру их выселить, эти хулиганы, ну что делать? И вот эти хулиганы пошли к Шри Мадхве Госвами Махараджу, сказали: «Махарадж, помнится, вы говорили, что вы денег нам дадите». И Шри Мадхве Госвами Махараджу, мы спросили сделать так, уже 20 лет прошло, поэтому ничего не дадим. Мы принесли им зеленых бананов, но в Индии зеленые бананы, значит, ничего не получите. Ну, символ такой. Ну что, бананы зеленых невозможно есть сырыми, их готовить надо. И вот перед тем, как понять Шрилу Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа, мы должны получить милость Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, Сиддхартха Госвами Махараджа, чтобы понять нашего гуру или моего гуру Падпадму. Чтобы понять моего гуру Падпадму, я принял помощь Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа, Бхакти Виген Бхарати Госвами Махараджа, поскольку по их милости я пытался понять то, что думаю, что я понял, это своего рода ложное эго. И благодаря Шикша Гуру можно понять величие нашего Гурудева. Не думайте, что он какой-то старый человек. Нет, он великая душа. И вот также по милости Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа я понял, кто такой Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа. Я не могу забыть. Я могу привести множество примеров, когда я могу доказать, сколько любви. Вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он был ачарьи Чайтанья Матха. Вы не знаете, никто не знает об этом. Шрила Мадхава Госвами Махарадж был ачарьи Чайтанья Матха. Он был выбранник, никогда не хотел быть ачарьи, но Кунджуда и другие, они настояли над этим. Даже Кунджуда, он на Кумбхамелу отправился. И он брал Шрилу Мадхава Госвами Махараджа с собой. Такие прекрасные отношения у них были. В итоге, по какой-то причине, не знаю почему, даже в Кумбхамеле, где все международные саду приезжают, не индийские, а все, ну, разные, со всего мира. И вот там был какой-то семинар. Все саду говорили на различные темы. И в тот день, конкретно день, был выбран для Гауди миссии Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Хайгрив Брамачари. Он отправился туда. Там в Кунджуда были многие другие саду и самые знаменитые пандит Индии. Мы не говорим, что он пандит, но все же обычные люди говорят.
что он пандит, Карпатри его зовут. Он такой майявадский пандит. Очень отречен, никогда не ходил в обуви, не ездил на транспорте, ел руками. И вот он был президентом этого собрания. И вот от имени Гауди Матха кто-то там должен был говорить, и Маду и Махарадж попросил Кунджаду, он старший. Нет, нет, иди, иди, иди ты. Ну, в общем, что делать? Старшие братья Боги сказали, чтобы говорил он. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж с своим внешним видом только, он, когда на него посмотрели, откуда этот саду пришел, столь прекрасен, столь могуществен, столь сияющий. И вот он начал говорить, чтобы утвердить вичар Гауранги Махапрабху. И после, и вот он говорил несколько часов, а в итоге, когда он закончил, все начали аплодировать. И Карпатри, этот лучший из пандитов Майявади, он провозгласил, то, что сказал Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Сиддханта Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, это наивысшее. Мы можем говорить различную философию, но то, что он сказал сегодня, это лучшее. Он был таким лучшим среди всей Кумбхамела. Если кто-то говорит, что он животное, то как мы можем поверить такому человеку? Разве это возможно? И вот я хочу сделать все в своей жизни, чтобы утвердить славу Гауди Матха. И вот какой-то из так называемых братьев Боги пытался какую-то провокацию устроить. Ну, это в Чайтанья Махапрабху, когда он был ачарьей, тут какие-то конкуренты решили его лишить его поста ачарьи, ну и выгнать из Матха заодно. Он как бы не хотел быть ачарьей, все его выбрали, а потом внезапно передумали. И что же делать, что случилось в итоге? Бхакти Махарадж, Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж и Турьяшвили Махарадж и остальные ученики. И вот один Бабаджи там сказал, что ваш Гурупад Падма, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, поставил. Послал вам письмо, что нужно пойти и присоединиться к его проповеди. Где-то там. Но они подумали хорошо. И вот сказали, возьмите все свои вещи. Программа там долгая, вот они взяли, когда они приехали к Шрила Мадхава Госвами Махараджу, тот был удивлен, зачем вы приехали, оставили служение Прабхупаде. Ну, нам сказали, что вы послали нам послание, что вам нужна наша проповедь, помощь для проповеди. Кто сказал, ну вот какой-то там бабаджа,
что правда, все вы приехали со своими вещами, и Шрила Мадхава Самараджа понял, что больше жить им читанием матхи не позволят. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он буквально оказался на улице. Так внезапно, и что делать? Может, это желание Нитянанды Гуранги, и он арендовал в Южной Калькутте какую-то, ну, не то что комнату, но не, ну, комнату небольшую. И там они начали жить со всеми учениками, просили милостыню от дома к дому. Но все же Шрила Мадхава Госвами Махарадж никогда никого не оскорблял. И Кунджа Бихари Видьябхушана тоже. Однажды Кунджа был на веранде. И Мадхава Госвами Махарадж проходил и увидел, что Кунджада, будучи на улице, поклонился ему на дороге. Это зовется Мадхава Госвами Махарадж. Сколько помощи он хотел помочь всем живым существам, не только братьям Бога. Я могу рассказать множество примеров, чтобы мы смогли понять сердце Шрилы Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа в итоге, когда Шрила Мадхава Госвами Махарадж построил множество храмов в разных местах. И вот однажды тот конкретный Бабаджи, который, ну, как-то так обманом их выгнал из матха, его заболел, пришел к Шриле Мадхава Госвами Махараджу за помощью, и тот с радостью ему помог. Даже такого негодяя, и то он приютил, даже дал ему какого-то севака. Это Шрила Мадхава Госвами Махарадж. Этот севак сказал: «О Гурудев, это же этот против вас всегда выступал, все пытался вам мешать постоянно. Это же тот же самый негодяй, который нас выгнал из читания матха. Но мое это указание служить ему». И вот что он делал раньше, не столь важно, но служи ему, и я сейчас тебе говорю это, и вот такие были слова Мадхава Махараджа. Он также всегда приглашал Шрилу Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа. И вот Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж присоединился к матху Шрилы Бхактидайте Мадхава Госвами Махарадж, жил и служил в нем 35 лет. Вот один какой-то Бабаджи Махарадж. Ну вот Махарадж в предыдущем возвращается, что какой-то Бабаджи говорил какую-то. Всячески поносил Мадхава Госвами Махараджа, а потом пришел к нему проситься пожить. И однажды один севак сказал этому Бабаджи Махараджа, забыл, как его зовут.
И вот сказав, что вы выступали против нашего Гурупад Падмы, много чего против нас делали. И тот обиделся, закрылся в комнате. В итоге, когда Шрила Мадхава Госвами Махарадж приехал в Майяпур, спросил, где этот Бабаджи, как он там проживает. И сказали, что уже два дня заперт в комнате, не открывает. И поскольку какой-то брамачари что-то ему там сказал, тот обиделся, и в итоге этот Бабаджи постится. И вот этот пошел к этому Бабаджи и сказал: «О, брат Боги, я твой младший брат, открывай». Какой-то брамачари случайно вас обидел, он мой сын, и также он ваш сын. И поэтому вы, вайшнав такур, простите его, откройте дверь, иначе я тоже помру без еды и воды. И Бабаджи Махарадж открыл эту дверь, они обнялись. Это жизнь Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. Если кто-то будет говорить какую-то ересь о нем, просто ради какой-то дешевой славы, то как я могу уважать таких людей? И вот та шлока, с которой начал, сложно ее объяснить, времени не так много. И вот Джива Госвами Пад, я шлоку произнесу, а объясню позже. Гурбагая, тадсеван авиродхена ча, аннеша опи вайшнаванам, шеванам, сео. Манча карпату руши ки басани бач, патитанам паванам по вайшнавьо нам. Джая сила бхакти витамаду гуси махараджи ки джая. Сапарша. Вайшнава. I like to glorify only Вайшнава. I don't know what is Bhagavad Katha. Махарадж хочет прославлять только вайшнавов, это более важно, чем Бхагават Катха.